Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам, что будет в патче 1.9.1. Для начала изменения по картам. Добавится карта Берлин. Стандартный встречный бой. Карта вроде как большая. Как обычно, на карте присутствует какая-нибудь срань, которая ее делит на части. На карте Берлин это река, но карта будет делиться не пополам, а просто эта река будет отделять один из флангов. Также через реку можно будет перебраться четырьмя мостами. Посередине у нас карта будет делиться канавой большой. Ну и будут всякие там позиции для ПТ-дрочей там с кустиками, бугорочками, всякие стандартные балкончики. В целом карта, возможно, будет нормальная, но надо на ней поиграть. Также, что касаемо карт, на карте граница империи уберут встречный бой, который всех бесил, раздражал, он конченый. Разработчики это каким-то чудом заметили. Видимо, высшие силы из космоса послали им лучи добра, позитива и понимания. И они такие: о да, надо убрать встречный бой, серьезно. Невероятно, что они что-то там слышат, оказывается. Из миллиона исправлений карт они сделали одно. Так, глядишь, лет через 50 HD-карты будут нормальные. На самом деле, это все изменения, которые вы можете увидеть, играя в игру. Именно геймплейные изменения — это все. Еще там на низких левелах что-то там покрутили, каких-то крусайдеров, квасов, там что-то им какие-то циферки посовывали. Вообще пофиг. Я на них не играл. Кто любит играть в песке, ему виднее, что там с этими танками произошло. Я в песке не играю, потому что там отдельная палата для психбольных. Возможно, там улучшился баланс. Но там такие конченые бои, что я не знаю. Ниже 7 уровня не спускаюсь. Это не ко мне вопросы. Чё там по балансу? Вот так много по геймплею добавится в следующем патче. В целом это песчинка, которую мы будем иногда замечать. А в какие-то дни даже часто, потому что в картошке карты повторяются. В какие-то дни у нас не будет повторяться граница империи и встречный бой. А в какой-то день у нас будет повторяться ПКД Берлин. В некоторые дни мы эти изменения будем замечать очень сильно. Но это еще не все изменения в следующем патче. Еще будут этапные декали. И в целом декали можно будет наносить теперь на все уровни, а не только на 8-10. Мне вот интересно, действительно можно на все уровни декали намазать? Можно на MS1 здоровенную декаль вмазать, чтобы штанга не было видно? В новости у картошки написано, что прям все уровни. Но проверять я, конечно же, не буду. Что касаемо этапных декалей, это, видимо, та вещь, про которую разработчики не так давно рассказывали. Новый функционал, который поможет задротам достичь чего-то нового в игре и показать, что они чего-то добились. Но так я посмотрел на эти этапные декали, это просто обычные декальки, которые меняются, когда вы выполните задание. Каждая декалька по-своему выглядит, изменяется, когда вы достигнете следующего этапа. Чтобы до него дойти, нужно выполнить какое-то дурацкое задание по типу, чтобы получить первую декаль, допустим, получить мастера. Чтобы сделать декальку второго уровня, нужно сделать, допустим, еще два мастера. Потом 3, 4 и там еще 5 в конце. В чем основной бред этого всего? В том, что рано или поздно все получат этих мастеров. Абсолютные кретины получат через год своих 5 мастеров. Намазюкают эту картинку и будут ничем не отличаться от того, кто получит это все за один день. Причем, когда этот патч выйдет, этапная декалька будет доступна на все танки одна. И прогресс для каждого танка, он отдельный, это логично. На каждый танчик нужно будет отдельно набивать эту декальку. Но бесплатная будет поначалу только одна. Возможно, со временем еще какие-нибудь добавят, скорее всего, более чем уверен, что так и будет. Но вот остальные будут доступны за голду. И кто их будет покупать за голду, при том, что остальные задания тоже странные. Задания для остальных декалек будут следующие. Сделать определенное количество фрагов, там довольно-таки их много нужно сделать. Кто-то сделает это быстро, кто-то будет это год делать. Для другой декальки там основной калибр и воин набивать. Есть еще взводные эпические медальки. Этот же злополучный мастер. И самое последнее, как мне кажется, для меня будет самое сложное.
Это набивание количества боев на танке, чтобы эта декалька там прокачивалась. Почему я так говорю? Потому что там нужно овер до хрена боев сыграть, чтобы наколотить эту декальку вонючую. Все получается следующим образом. Если ты хороший игрок, для тебя самая сложная декалька будет количество боев, потому что остальные ты сделаешь раньше. Если ты плохой игрок, то будет все наоборот. Также непонятно, только одно место для этой декальки будет, или можно по всему танку разные понамазюкать. В общем, что-то это непонятное с этими этапными декальками. На мой взгляд, это какая-то фигня, которую рано или поздно набьют все. И зачем за это отдавать голду, я, честно говоря, не понял. Отметки на стволе, на мой взгляд, намного интереснее и требуют реального результата. А вот декальки требуют накопительного результата. То есть ты играешь, и со временем требуемые условия для получения следующей декальки, они просто по чуть-чуть копятся, и в итоге ты ее получаешь. А вот с набиванием отметки реально нужно делать каждый бой результат и стабильно. Это намного интересней. Я более чем уверен, что про этапные декальки я забуду буквально на следующий день, как выйдет этот патч. Потому что нафига они вообще нужны? Задумка неплохая, но реализация мне пока что не нравится. Ну и еще будут настраиваемые 2D стили. Снова за голду, просто камуфляж, который вы покупаете, и он в себе уже содержит много вариаций одного и того же камуфляжа. С разными оттенками, рисунками и так далее, с разными значками и остальной билибердой. Просто более расширенная версия с большим количеством деталюшек 2D стиль. Но уделяет столько много времени кастомизации, когда геймплей находится в плачевном состоянии, такое себе. Это не тот патч, который бы я хотел видеть в картошке. Ничего плохого я в нем не вижу, но и интересного только новая карта и убирание конченного режима из другой карты. И все. Также еще будут изменения в ранговых боях. Что там будет нового, какие изменения? Ежедневные боевые задачи, за выполнение которых можно будет получить ежедневные призовые бои. Также в карусели танчиков можно будет увидеть роль танка. Опять же, это не те изменения, которые бы я хотел увидеть в ранговых боях. Они как были помойкой, так и все и останется. Честно говоря, патч, как обычно, ну такое. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.